Так давай я тебя сейчас послушаю. Нет, я не люблю. Ну давай послушаем, как ковчег стучит. Нет. Ну давай. Стучит, как стучит. Раздевайся. Ну, как младенец стучит. Ты же знаешь, ну что ты въедливый такой. Вечно ты придумываешь. Давай. Ну не мешай мне. Души людей навлечил искусством, а их тела новейшими медицинскими средствами. Артист и доктор в одном лице Вячеслав Васильев прославился еще как незаурядный поэт. Каждой из профессий он подходил в высшей степени ответственно, отдавая служение без остатка. Вячеслав Вячеславович появился на свет в Ленинграде в июне 1934 года. Его отец и дед были профессорами военно-медицинской академии имени Кирова, писали научные труды и успешно занимались врачебной практикой. С детства Славу готовили к тому, что ему предстоит продолжить славное дело родителей. Мальчик не возражал, но втайне от всех мечтал о сцене и с большим увлечением занимался в школьном драм-кружке. В середине 50-х юноша блестяще окончил первый Ленинградский мединститут по специальности урология. Параллельно с наблюдением больных он плотно занялся наукой, защитил диссертацию и вместе с коллегами приступил к разработке первой в Советском Союзе искусственной почки. Спустя полтора десятка лет доктор Васильев возглавил бригаду врачей, впервые проводивших трансплантацию этого жизненно важного органа. Вячеслав Вячеславович оставался практикующим хирургом практически до перестройки. В 1990 году мужчина наконец оставил медицинское поприще ради тайной юношеской мечты. Васильева пригласили в труппу Петербургского театра «Остров», в котором он успел отработать 7 счастливых лет. На экране светило отечественной медицины зажгло свою звезду гораздо раньше, чем на театральных подмостках. В 1967-м Илья Вербах, в прошлом приятель Вячеслава по институту, а позднее режиссер и сценарист, пригласил с бывшего однокурсника на настоящие съемки. Илья Александрович планировал задействовать Васильева в центральной роли социальной драмы «Личная жизнь Кузяева Валентина», но художественный совет восстал против дебютанта. В итоге Вербах отвоевал для друга крошечный эпизод в «Поезде», но этой малости оказалось достаточно, чтобы новичка заметили другие режиссеры. Следующей киноработой для Вячеслава стала лента о медиках «Степень риска». В ней, окруженный звездами отечественного экрана, Васильев сыграл доктора Степана Филинова, понятного для себя персонажа со скальпелем в руках. Мне на конференцию ехать, так выписали бы командировочную. Хэ бы ты раз, Степан, с чем толковым обратился? Ну, вы сказали в бухгалтерию, вам сказать... Михаил Иванович, извините, пожалуйста, у вас профсоюз не уплочен за полгода. Мне сегодня отчет сдавать. Да? А сколько? 30 рублей. А у меня таких и денег при себе не бывает. К Жене обращайтесь. Михаил Иванович, ну я же без совместительства работаю. Да сами разберитесь. В 1971-м актер примерил на себя небольшую, но эмоционально трудную роль графского палача в картине «Драма из старинной жизни». Мелодрама явилась экранизацией повести Николая Лескова «Тупейный художник». Его сиятельство. Живо. Давай, холопское семя. Его сиятельство требует. Степни его сиятельства, я б тебе хребтину перешиб. Да не надо бы перешибить. К врачебной тематике в кинематографе артист возвращался еще не раз. В 1976 он поучаствовал в работе над криминальным фильмом «Длинное дело». Здесь он появился под маской медицинского эксперта Льва Сорокина. Труп лежит на полу, между диваном и столом. Труп лежит на спине. Правая рука согнута в локтевом суставе, несколько отведена. Пальцы сжаты в кулак. Подонная поверхность обращена кверху. Левая рука вытянута вдоль туловища, пальцы полусжаты. Год спустя зрители увидели Васильева в детективной ленте «Сумка инкассатора». На этот раз его героем стал безымянный эксперт-криминалист. Но... На месте этой фотографии была наклеена другая. А что за клей, черт его знает. Наверное, обыкновенный, конторский. Завтра скажу. В самом конце 70-х Вячеслав снялся в сериале об истории создания пенициллина «Открытая книга». Артиста можно узнать в образе профессора-патолога-анатома Шапошникова. Позор для бактериолога вернуться с чумы и не привести чумной культуры.
Те уже это Зазерский Николай Васильевич. Вавры достались ему, а не Барышникову. Зазерский? Что вы говорите? Когда? Он руководил ликвидацией знаменитой чумной вспышки в Манчжурии. А, да-да. Дальше. Интересный опыт получил Васильев, попав на съемочную площадку авантюрно-приключенческой комедии «Приключения принца Флоризеля». Актеру досталась роль Бартоломео, одного из членов клуба самоубийц. Вот что я вам скажу. Любовь не самая сильная из страстей. Страх. Вот сильнейшая человеческая страсть. Играйте страхом, если хотите получить острейшее наслаждение. А вам это удовольствие, я вижу, вполне доступно. В 1984-м Владимир Бортко утвердил Вячеслава на эпизодическую роль социопатолога в сатирическую трагикомедию «Блондинка за углом». В прокате фильм посмотрело свыше 20 миллионов советских зрителей. Николенька, Николенька, познакомьтесь. Кирилл Александрович. Саксопатолог. Кто? Саксопатолог. Воспользуюсь. Ой. Пойдем отсюда. Ну, что такое? Николенька, ну что случилось? Ну скажи мне, хороший мне, а? В 1990-м Васильев на съемках вновь облачился в белый халат. В мрачной криминальной драме «Палач» он сыграл главврача по имени Сан Саныч. Ну ладно. Навесить не могу. Сан Саныч. Не, некому работать, Виктор Иванович. Ну, Сан Саныч. 10 дней. Ну, 15. 10 дней максимум. Ну, бог с ним. 10 так 10. Помимо перечисленных талантов, Вячеслав Вячеславович обладал поэтическим даром. Стихи он сочинял с юности и даже когда-то получал рекомендации для поступления в литературный институт, но никогда ими не воспользовался. Однажды пациентом профессора оказался редактор журнала «Нева». Прочитав тетрадь с рифмованными строчками, литератор тут же отправил ее в печать. С тех пор поэзия, вышедшая из-под пера Васильева, регулярно появлялась на журнальных страницах, а в середине 90-х свет увидела пара его самостоятельных поэтических сборников. Вячеслав Вячеславович ушел из жизни скоропостижно. В конце августа 1997-го на репетиции спектакля «Сердце мужчины» неожиданно остановилось. Артиста, поэта и врача предали земле на Богословском кладбище северной столицы.